И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы вместе со Скайм решили поиграться в игрушку под названием Castle Crashers, да, ребята, поздоровайся, кстати. Привет, друзья, и мы играем в Castle Crashers, какая ну, безумная игра. Здравствуйте, с вами Скай, почему ты вечно не играешь, свой ник типа такой, ну здравствуйте, я какой-то чел рандомный. Да, я рандомный чел на этом канале. Да, уже сколько роликов он рандомный чел. В общем, ребята, мы заметили, что вам понравился гипс, и мы такие, типа, а почему бы не записать еще одну веселую игрушку под названием Castle Crashers, и такие... Хорошая идея, вот, в общем-то, собрались вместе, чтобы в него поиграть. И надеюсь, что вам будет интересно, поэтому попрошу поставить лайк. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если 3000 лайков набирается, новая серия выходит прямо вот на следующий день уже сразу, как только набирается. Вот такие дела. Ну ладно, давай, погнали. По-моему, эти чуваки нам объясняют... Я их даже побить не могу. Объясняют, по-моему, они... Гайды различные, да? Как использовать способности, как читать, делать всякие комбы, нам это неинтересно. Кстати, давай у меня, если вдруг вам интересно, почему я такой шляпник, но у меня есть игрушка Battle Block Theater, и, видимо, из-за этого я ее получил. На самом деле, я уже проходил. Ничего, поэтому я ничего не Точнее, получил. Почти прошел Castle Crashers в свое время, но сейчас уже нифига не помню, кроме самого начала. В общем, какой-то кирпич утащили нашего короля, и ура, начинается миссия. Да, пойдем за него, просто надо отомстить. Да. Так, ой, я уже и хотел... Надо же вот этих чуваков. Кстати, если, ребята, какие-то подлаги идут, это, походу, на стороне Стима происходит, и мы, к сожалению, ничего исправить это не можем. Кстати, я хочу попробовать, знаешь, что, раскачаться в лучника потом. Типа, знаешь, лучника, только... Не знаю, я в маг раскачался. Только чисто, знаешь, стрелами стрелять и все. Я просто как-то раз видел видос, как чувак это делал, и у него скорость стрельбы была такая, что, типа, знаешь, 1000 стрел в секунду. Я такой, вау. Так, тут хоть раз магией-то пользовался, у меня вот такая вот прикольная. Нифига, один строн носит. Слушай, неплохо так-то. Блин, только моей странно попадать очень. Я не совсем понимаю, как она попадает, ну ладно. Вот это было прикольно. Так. Надо друг другу пасовать противников. Слушай, давай. Блин, надо. Короче, если мы так беремся, ты вставай с одной стороны, а я с другой. Чтобы мы это друг другу противника кидали. Кого-то сперли! Наши принцесски. Мы, кстати, за них, по-моему, драться будем, если я не ошибаюсь. Да? Самое прикольное, которое лицом по полу тащит. Да, я бы за него подрался, вот которая верхняя, не-не-не. Ой, опять. Снова вырезали, ребята. Так, ну-ка. Походу, вот прям передо мной удар. Нифига, он прыгает. Как это было? Не знаю. Мы порой тоже Макс Пейнами становимся. Не знаю. Да, главное, что... Блин. А тот вообще застрял такой, типа, ну, здравствуйте. Так. Ну ладно. Ты... он откидывает. Я ж не знал, что он откидывает, только потом увидел. Я подхожу так. К нему, пытаюсь ударить. Воу, это было странно. Да. Так, а шляпку можно подобрать, принцесса? Блин, да, нет. Слушай, него... от моего персонажа зависят мои скиллы, да? Будущие? Да, там потом прокачки будут. Ну, вроде как у тебя там... Я, насколько помню, я видел, по крайней мере. Не буду говорить, что это точно, но знаешь, что под тобой льдина может появиться. Может быть, это как-то можно другим способом сделать? Ну, не знаю. Вроде как магия прокачивается в этой игре. Я просто боюсь, что мне персонаж какой-нибудь слабенький, потому что начальный такой... Не, типа, ледяной не слабый герой. Не слабый, это точно. Это я помню. А вот по-моему, зелененький не очень. А нет, серый не очень, вот точно. Серый не очень. Да? Все остальные, в принципе, неплохие. И ледяной... Ну, у меня есть серый, потому что я, видимо, проходил все время. У меня прогресс сохранился еще. У меня еще вот эти рыцари есть, но они неинтересны. Они типа обычные чуваки, просто миньоны такие. Ну, да, я типа того, ходить. Не знаю, ничего особенного в них не было. Если я буду ходить, все подбирать. Ты... Нет, тут чувак сидит какой-то, мне интересно, он вылезет или нет. Ух ты. А, точно, это ж магазин. Торговец. Так, ну это статы на агилку, хилка, я даже не знаю, что взять. У меня денег, в принципе, ни на что не хватает, поэтому я ничего не возьму. У тебя больше, чем у меня денег, по-любому. Ну, возможно. Так. Ну, у тебя 10-8. Вернуться домой. Стоп, почему Икс это вернуться домой? Как залезть в уровень? Меня прикалывает, как бьют наших, у них такие пучеглазые глаза становятся, вот они в туалет. Нифига себе, ты еще на это внимание обращаешь. Я там смотрю, как я своих чуваков разрубил бы поэффективнее, а ты там смотришь, у кого глазки выпучиваются. Вот этот чувак прикольный. А он выжил, смотри, он воскрес. Я думал, что с ним уже все, а он такой, оп. Он пучеглазый просто время. А, слушай, их можно схватить. Оу, оу, и смотри, что я знаю теперь. Блин, а теперь как это снова сделать? Так, давай. О, левелап, новая комба, отлично. Так, вот и новая комбуха. Так, она, а, два раза, не то нажимаю. Слышишь, да ведь у тебя, нету. А, ну да, у меня, я говорю, у меня левелап. Я думал, общий у нас.
Не-не-не, кто, видимо, больше кому напинает, тот получит все лавры. Я вот не умею. Видимо, я как-то эффективнее людей пинаю. Или у дэмэджа, может, больше ношу. Я твои цифры особо не вижу. Вот чё. В чём мои цифры? Типа. Ну, было бы интересно посмотреть, может быть, ты больше сносишь. Короче, если нанести удар через X, потом на U нажать, то можно сверху прыгнуть на них, когда они валяются. Это довольно много урона наносит. Еще можно как-то через себя бросить, но я еще не совсем понял. Через себя у меня постоянно бросаются, ну не знаю, через себя, не через себя. Просто бросай их постоянно куда-то. Ну, бросок наносит очень много урона. О, вот этого чувака надо бить. Так, стоп, где магия? Вот, теперь у тебя второй тоже. А зачем мне писать, что у тебя новая комбо, лол? Не знаю, мне тоже писала. Так, не-не-не, пошлите отсюда вон, что ты, как ты их много-то, а? Что-то у меня новая комбо не работает. Спрыжка, кстати, офигенно их тоже бить порой. Так. Так, надо... Спрыжка, когда не валяется. Откучить. Насколько я понял, работает. Так, во-во-во-во, пошел в разнос. Ё-моё, да чё он постоянно... Так, господи, мне стрелы прям в лицо стреляют, и такой, все, иди в задницу. Всё, всё. Так, не совсем понимаю до сих пор, как эта способность работает. Ну ладно, мне этот герой нравится очень. Мне не очень нравится этот герой, но... Не, герой у тебя клёвый. Я что-то не понимаю тут. О, вот тебе и лук. А нужен ли мне лук? Ну так возьми, чё тебе, чё тебе бы не иметь его? Стой. Тут денежка. Все, теперь можно идти. А он чё, ещё живой, что ли? Да. Я думал, притворяется. Это другой. Да, блин. На. Так лови его. Ай, нафиг. Не луком надо по-другому стрелять. Это ж не... Я не хочу лучником быть. Я лучше вот так вот буду его бить и кидать туда-сюда. Ну попробуй. На босса круто лук заходит. Чё он такой малохольный? В смысле? А, это свой чувак. Ну, умер быстро. Так это ж лучник. Когда у лучников было много здоровья. Ну, как... в смысле здоровья? Ну, типа, что они долго жили, лучники? Ну, или типа... я не так понял? Я про своего имел в виду. А, ты про своего? Я думал, что вот этого. Мы ж лучника убивали просто. Ну, да ты... я просто там два раза от него пострадал хорошо. Не. Скоро уже босс будет. Скоро уже будет босс. Так. Ну, скоро босс, то есть я скоро сольюсь на боссе. Да нет, там первый. Насколько я помню, босс там вообще супер изичный первый. Да? Сейчас мы узнаем. А разве таран? О. А, серьезно, таран первый босс? Я думал, что это другой чувак будет. Ну ладно, окей. Так, я так нельзя бить. Так, я буду стрелять в него из лука. Вот, вот из лука можно... А, все, вот теперь можно драться, да? Так, где там новый прием с вращением? Только не перекати меня, пожалуйста. Так, во-во-во, работает. Я, знаешь, не понимаю. Я как сейчас тут оказался где-то? Ну, ты за нее зашел, там стоял такой. Да, прикольно было. Нормально. Так, а где я теперь? А, вот я. Ищи себя за этой фигней. Эй, больно, больно, больно. Из лука, чё, кстати, больше всего дэмэджа наносит. По двоечке вылетает. Это надо, когда вот это открыто конкретно, вот тогда туда бить. Тогда получается самый большой урон. А так лучше из лука стрелять, по двойке хотя бы прилетает. Хотя магии еще не пробовал. Ну-ка, если магии долбануть. А, о, третий левел. Уровень получил. Ну, побольнее, но попасть трудно. О, у тебя какая-то заморозка появилась. Она у меня вся была, если я попадал во врага. А, это ты, если попадешь, шансово, типа. Нет, если попаду. А что у меня новой способности никакой нет? Че, я зря, что ли, левел получил? На тебе, киптенками. Повыше так, стало. А где я? А вот. Блин, этот босс не неприятен тем, что ты не знаешь, где ты находишься. Так. А, я понял, как его можно атаковать, когда он на месте. Так. Ну-ка, прыжок, я думаю, что я никогда да, не блин, пойму, куда меня подорвали? Умотать. Вот, из прыжка, короче, прыгаешь и просто удары наносишь, и в итоге прям на нем паришь. Неплохо получается. А, смотри. Вот. И в меня тут столько всего влетело. Видишь? Только главное от снаряда отойти, а так вообще супер физично. Вот. Зажимаешь и все бесконечно висишь на них. Всё, главное крикать побыстрее. А, все готов. Ебой! Первый босс готов! Готов, детка! Минус баран. Так, а что, будут деньги? Что-то там есть, что-то там есть. Две монетки всего. Богато-богато. Ну, дорого-богато. У тебя их 28, у меня 18. Так, ой. Ай, куда какой лук-то? Я не хотел луком стрелять. Так. Да ё-моё, чё не забрали? Я своей магией вообще не понимаю, как пользоваться. Она типа как бы, вроде как бы я понимаю, как она работает, но она как-то это... По настроению, что ли? Во! Ну, по идее, я как понял, она должна подкинуть, а потом долбануть. Во! Китёнок этот много урона сносит, который сверху золотой пролетает. Что ж такое? Почему у меня магия прям в мои ноги летит сюда? Я прям бесит. Ну, первого уровня магии. Потом будет новая. Я хочу себе что-нибудь нормальное, там, типа, всех заморозить, там, все фигня. Чё ты загнул в самом начале? Блядь, чего нет?
Так, господи, чего так много-то? О, ну, обрадуйся третьему уровню, что он ничего не дает. Дает. Че он дал? Не, ХП восстановил. А? Уже плюс. Я думал, способность хоть дал хоть. Так, да, сейчас. Да мне и ХП, я и ХП буду рад. О, вот это красиво. Ну, он же точно не жилец с такого стрика атак. Ну, думаешь? Так, ну что, а, ну, спят усталые ребята. Так, ну, так, серьезно, а он вообще бедняга какой-то. Я бы на его месте уже... Ух ты, нифига у тебя там это, инжастис какой-то начался. Да ё-моё, почему мне постоянно лук ты предлагаешь? О, не... Я, кстати, у нас же щит есть еще, да. Да? Так сейчас вспомнил, что можно блокировать, если еще атаки-то. Да ёшкин кот. Че я постоянно пытаюсь сделать? Не знаю. Заморозить эти земли. Так, куда пошел? Куда пошел? На тебе магии. На тебе китов, на тебе еще китов. Куда пошел? Да что ж ты будешь делать? Еще китов, на. О, минус башка. Блин, ты деньги забираешь. Я думал, я что-нибудь крутое смогу сделать. Ой, монетка, ой, монетка. Нет, нет. Моя монетка. Ой. Так, надо дверь ломать. А, надо дверь ломать. Тук-тук-тук-тук, мазафак, а? Да-да-да. Давай, бей ты ее уже, а? Че, слушай, что за дверь такая? Она выгибается, но не ломается. Мы ее, это, совсем покрошили. Нагнули! Прогнули? Да. Блин, лучше бы скинуть вниз, махнули, знаешь, и сейчас бы сценку фаталити какого-нибудь. Фаталити. ТМК же была карта, где внизу-то шипы, по-моему, с моста можно было сбрасывать. В классическом Mortal Kombat. В новом, я не знаю, есть такая или нет. Не знаю. Вот. Так, злая дверь, по-моему, сейчас босс будет, да? Вот, вот этого босса я помню, про барана вообще забыл. Это что, Angry Marine или что это такое? Мне тогда... Блин, Castle Crashers обалденная игра. Я не знаю, если нас под роликом не захотят продолжение этой игрушки, я просто расстроюсь и потеряю веру в своих подписчиков в человечество. Вылезайте, влево-вправо надо нажимать. Влево-вправо, влево-вправо. Так, блин, я у него... Я рядом с ним не хочу стоять. Ять. Да не, нормально. Я его мне пока еще ни разу не ударил, я не знаю почему. Может, потому что он в меня бьет. О, какой слоумоушен начался. Да, так, это просто... Ай, блин, а он нифига он больно бьёт-то, однако, слушай, а? А, тя-тя-тя-тя-тя. Свою писюну и карати давай, так. А, я ничего не вижу, где я. Почему стрелочки никуда не показывают? Типа, вот я здесь. Типа, вот я там. Меня вбили или... А, нет. Да там вылез какой-то... Ай-я! Больно, блин. Так, может, щит ставить надо? Может, меньше урона за счет этого получу? Не знаю. Надо попробовать будет в следующий раз. Ну, так, ну куда ты идешь? Дай тебе в жбан-то дать. Ё-моё, да блин, не, лучше с прыжков его бить, как-то эффективнее получается, в основном. Не знаю. Но с прыжков я как-то больше урона наношу, хоть у него тут... Блин, до этого пацана убрать. По ощущениям, я его все время не бью. Так, спринт... Зачем мне твой спринт показывать? X или Y. Такая фигня вообще так. Не в этой игре? Как спринт? Сейчас спринтану. Да, если долго бежишь, это спринт. Блин, у него барьер тут дурацкий. На, тебя вот, просто блин, пригвоздили. Круто. Сейчас стоит, угорает над тобой. А, лошара. Ну, давай, так, давай. Давай, я тебе магии попробую. Он еще и бухает. Слышь ты, а, ну ладно, тогда окей. Ну тогда кидай, статрыжечки, тогда окей. А, он... Я думал, что он куда-то свалил, а он уже здесь. Блин, вообще, на самом деле, давно играл, настолько, что уже не помню, что вообще боссы делают. Ой. Так, я, давай. На, по лицу, по яйцу бы еще ему дать. Наверняка дымит же больше пролетит. Разберись ты уже с ним. Он снова бухает. Что делать, граждане? Бежать. Алкоголик, блин, хренов. Так, взрывное пойло какой-то пьет. Так, ой-ой-ой, не хочу этой штуки. Давай, ну вались ты уже. Так, хватит ты пить-то, брось ты уже, а! Так, нет. Спасибо. О. Нет, спасибо, я не голодный. Он нитроглицерин пьет, что ли? Так, тебя снова пригвоздили, что ли? Нету, я в другую. Что-то горящее. Коктейли Молотова. Может какие-то. Соляру. Так, о, все, готов, наконец-то. Ебой, сундук. Вот это. Полетело бабло. И чё, ловлю, и как его? Лови. Бабло лови. Блин, это офигенная музыка в этой игре просто. Надо погромче будет в следующей серии сделать. На. А чё, где остальные? Чё, файт? Файтиться будем? Ну да. На! Просто как тебе загипс, ёпт! Загипс тебе!
Ну и чё? Я тебе всё хотел за гипс отомстить. Ты меня убил, за меня там было очень мало. В смысле, у нас одинаково было? Нет. Да. Ну, да, практически, ну, там ну, разница была минимальная. Потом ролик ну, посмотрим. Ну, посмотрим. У тебя ещё будет шанс отыграться. Не будет, посмотри на этот счёт. Ну, да, я был поэффективнее немножко. Открытного персонажа спасибо, у меня он уже был открыт. Спасибо. А вот и статы. Каждый, вот видишь эти точечки, которые стоят, это означает, что тогда будешь получать новый скилл. Ага, а что за это значит? А, скорость стрельбы из лука. Фе. А я вот буду как раз туда в ловкость вкладываться. Я думаю, может маги качнуть. А, да качай, это прикольная штука. А, как-то странно это было. Ну ладно. Вот у тебя новый скилл должен был сейчас появиться. Че, все, у меня больше ничего нету? Ну, больше нет поинтов. Так, вот у тебя новая магия. Да, РТ? Следующий. Хотя нет, давай наверх. Ну да, ты РТ же... плюс Б. Ну попробуй. Я просто хотел спросить, РТ это что? Правый дальний. Триггер. О, Саб-Зиро. Сопля? Ну, может, она больно дамажит. Разбол? О, стал побыстрее стрелять. Ой, урон вырос. Неплохо. Ну давайте же, побьем их. Че, в динозаврика не хочешь сесть? А че, можно? Ну да. Как сесть? По-моему, просто прыгнуть на него. Если мне память не изменяет. Ай! Блин, лучники на лучников, это нифига не круто. Не знаю, вот это вот нормально. Я чувствую себя... Ёши! Да чё они такие живучие, слушайте, а? Что, я по одному ДПС уношу, наверное. А, ты по одному уносишь? Как король. Король. И снова уносит принцесс, да? Ну, в общем-то, так, можно как-то на паузу поставить? У тебя пауза ставится, если так делают? Да, вот, нет. Нет, нас в итоге бьют. Ну, в общем, ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам данная серия была интересная. Интересен ли вам вообще Castle Crashers? В итоге мы узнаем по лайк-бару, так что не пожалейте поставить лайк. Если набирается 3000 лайков, то мы без вопросов с новой серии уже будет точно, даже на следующий день. Вот так вот, не будет никаких перерывов. Все сразу будет... скажем так, моментально. Поэтому, ребята, не жалейте ставить лысые. Это супер-мега важно. На этом все. Подписывайтесь на канал Sky. В описании на него ссылка. Ставьте лайки. Ай-яй-яй-яй. Что ж за такой? Ссылка на него в описании. Где-нибудь, может, в конце еще будет подсказка высвечена. Что-нибудь еще, может быть, появится. Я не знаю. Ну, просто надо монстров этих добить, поэтому я не могу закончить нормально. Их слишком много. Слишком много, не слишком крутые. Давайте. Все, пошел отсюда. Все, убили. У меня лука нет? А, все, окей, я просто его переключил. Думаю, куда лук делся. В общем, на этом все, ребята. Всем спасибо, кто смотрел. Лайки, подписки, колокольчики. Не забывайте нажимать. В описании все ссылки остаются остальные. Всего скоро с вами снова увидимся.